Hello guys, welcome to Johnny TV, and today I'm gonna blow some minds in the chat roulette, like a magician. And I will be using a Russian chat roulette because it's more funny. Enjoy! О, йоу, как дела? Привет. Хорошо, тебя. Вы меня слышите? Отлично. Давайте так, вы любите фокусы? Да, давай. Отлично, я вас попытаюсь удивить. Убедись, что это обыкновенная колода карт. Хорошо? И да. Я пролистаю перед тобой вот так вот карты, а ты запомни любую карту, которую увидишь, кроме тройки с пики. Окей? Давай. Готова? Поехали. Смотри. Запомнила? Или еще раз? Да. Отлично. Нет, теперь смотри. Я постараюсь найти эту карту. На самом деле, я почти уверен, что вот это твоя карта. Я загадывала семерку. Я ее увидела. Семерку Буби? Вы говорите о семерке Буби? Да. Блин, это король Буби. Да. Это король. Как ты это делаешь? Это магия. Давай заново. Давай другой фокус, давай другой. Смотри, я только одна из вас, давай, которая вот левее сидит. Ну, с этой стороны, хорошо? Скажи мне, я буду вот так вот, медленно, ты можешь видеть, буду отсчитывать по одной карте, а ты в любом месте можешь мне сказать стоп, хорошо? Хорошо. Стоп. Смотри, на какой карте ты сказала стоп? Ты видишь? Десятка Буби. Да. Да? Ты уверена, что ты да. сказала стоп в совершенно случайном месте? Да. Теперь смотри, мои руки пустые, но у меня здесь лежит коробка карт. Ну? Я ее не трогал. Но на самом деле я хочу тебе кое-что показать. У этой коробочки у меня было одно небольшое предсказание. Смотри внимательно. Как? Да что это? Подожди, это фотошоп. Фотошоп? Ладно, я тебе покажу еще один фокус. Давай, готова? Давай. Назови мне совершенно любую карту. То есть сейчас ты будешь да, полностью уверена, что я никак не мог подготовиться к этому фокусу. Может быть, ты хочешь поменять карту? Дама пики, это слишком банально. Сейчас. Что еще можно? Я тебе сказала. Туз? Да. Крести. Туз крести, да. Ты уверена? Нет, ну ладно, давай, туз крести. Туз крести. На самом деле в этой колоде, ты видишь, ты видела, да, у меня здесь стояла еще одна колода. У меня есть одна карта, можешь видеть. Она как бы лицом вниз. Одна единственная. Да, ты маг. А ты на кого-то учишь, что ли? Ну, на фокусника, да. Так. В Хогвартсе. На Гарри Поттера. Okay, guys, thank you for watching. If you like it, you can just press thumbs up. And really, I'm gonna upload the secrets and tutorials for this trick. So if you don't wanna miss this, you just need to subscribe on my channel. This is very simply, and this is for free, guys. Enjoy.